Всем привет еще раз. В общем, с вами Сергей. И в этом видео мы будем учиться сдирать старые обои со стен при помощи кое-каких приспособлений. В общем, как правильно сдирать обои? Да? Если эти обои окрашены краской, лучше их сдирать при помощи намачивания водой. В данном случае у меня есть специальный такой пульверизатор, да, который работает при помощи воздуха, подается, в общем, под давлением вода выходит из нашего пистолета, так сказать, да. И если ваши обои поклеены на клей нормальный для обоев, то при помощи воды это все отстает без проблем. А если у вас ваши обои поклеены какой-то там каким-то специальным клеем, тогда уже не знаю, отдирайте как хотите. В общем, что? Мочим просто-напросто обои, да? Или, да, сразу же ничего не предпринимайте, ничего не делайте. Пусть постоит немножко там, попробуйте, если у вас отдирается сразу, то пожалуйста, снимайте сразу. А если нет, то подождите немножко, буквально, ну, пускай 10 минут постоит, потом еще раз намочите. В общем, чем больше воды на обоях, тем лучше. Вода проникает туда, ближе к стене, через бумагу, разжижает, так сказать, клей старый, и ваши обои можно снять очень легко. Буквально нужно просто шпателем подковырнуть чуть-чуть обоину, и она сама отходит. Но в данном случае мне сейчас надо будет еще несколько раз дать водой, чтобы она, потому что здесь очень хорошо пристало это все дело. Вот. Ну вот таким способом вы можете отдереть свои старые обои от ваших старых стен, так сказать. Ну все, всем пока. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но не забывайте писать комментарии. С вами был Сергей. Всем пока.